Личный состав оперативной группы, временной оперативной группировки по Шатойскому району Чеченской Республики. Место постоянной дислокации прибыл. Спустя полгода снова дома. Полицейских, вернувшихся из Шатоя, встречают родственники, сослуживцы и руководство областного УМВД. Вот уже 20 лет главная задача брянских стражей порядка в Чечне – это помощь в оперативно-розыскных мероприятиях, работа на КПП, выполнение спецзадач в различных районах республики. В вашей смене пришлось служить в непростых условиях, связанных с карантинными ограничениями. И тем приятнее отметить, что вы показали себя достойно, не посрамив добрую репутацию брянской полиции, которая складывалась в Шатое долгие 20 лет. С возвращением из командировки полицейских поздравляют представители областной думы, городские власти, духовенство. По традиции, слова благодарности за службу от федерального инспектора по области. Благодарю вас за простое исполнение служебного долга. Мы гордимся вами, настоящими профессионалами своего дела, ответственными, верными своему долгу. Желаю всем здоровья, благополучия и дальнейших успехов в службе. Отличившиеся полицейские получили награды от областного ОМВД, представителей власти и РПЦ. Официальная часть закончилась, и теперь можно обняться с близкими и уйти в заслуженный отпуск. Андрей Мамошин при содействии пресс-службы ОМВД России по Брянской области.